Виноград Эльбрус. Гибридная форма селекции Александра Васильевича Бурдака. Вот перед вами трехлетний куст. В прошлом году были сигналки. В этом году показываем плодоношение первое. Вот такие. Гроздь очень и очень крупная. Очень. Ягода желтая с розовинкой. Ягода хрустящая, очень плотная. Ну, во вкусе есть кислота. Не знаю, может передержать уйдет, но все равно кислота присутствует. Но тем не менее, для любителей очень и очень интересная форма. Ну, нагрузка здесь, конечно, очень большая. Ни один из виноградов, что есть на участке, чтобы в трехлетний куст столько вынес нагрузки. Вот, если подойти сюда, вот гроздь взять, вот круки, вот такая. Очень и очень крупная гроздь. Единственное, что у него вот присутствуют вот эти вот неопыленные ягодки небольшие, есть такие в макушках. Ну а так, в общем-то, очень и очень интересная форма. Эльбрус селекции Александра Васильевича Бурдака.